Защитой прав потребителей в администрации Армавира занимается отдел цен и тарифов. В 2015 году было рассмотрено 838 жалоб. Большая часть из них затрагивала сферы торговли и ЖКХ. По 273 обращениям специалисты приняли меры, и в результате гражданам был возмещен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей. Для сокращения количества случаев нарушения прав потребителей специалисты отдела проводят правовой ликбез для жителей нашего города. Подготовлено и размещено в 2015 году 51 публикация в средствах массовой информации, газет и телевидения и на официальном сайте администрации муниципального образования города Армавира. Проведен обучающий семинар со студентами АНИПТ. Специалисты отдела ведут раздел на официальном сайте города «Цены и тарифы», включающий подраздел «Защита прав потребителей». С 1 марта в Краснодарском крае проводится всекубанский двухмесячник по наведению санитарного порядка. В Армавире уже прошло несколько субботников, и по большей части предприятия откликаются на призыв навести чистоту. Хотя существуют и некоторые недоработки. В основном это касается побелки деревьев и покраски, но есть и более серьезные упущения. Гаражный кооператив 26 требуется уборка бытового мусора. Гаражный кооператив 28 на прилегающей территории требуется уборка веток, побелка деревьев. Гаражный кооператив 31 требуется уборка бытового мусора по крышах. Гаражный кооператив 17 требуется уборка бытового мусора, закрашивание графических рисунков. В ходе планерки проанализировали оперативную обстановку в городе за прошедшую неделю и рассмотрели ряд внутренних вопросов, регулирующих жизнедеятельность Армавира. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир.